Кто мы? Помощники? Друзья? Игрушки? Люди говорят, что это наши истинные предназначения. Но мы все разные. Хотя есть одна вещь, которая нас объединяет. Когда мы устареваем, когда становимся ненужными нашим хозяевам, нас выбрасывают, как надоевшую игрушку. Я ищу свое место в этом мире. Место, где меня примут такой, какая я есть. Примут сломанной и устаревшей. Мысли становятся спутаннее. Я становлюсь сильнее. Эй, очнись. Пойдем.